Ребята, всем привет. Я кушаю конфетку. Спасибо и вам приятного аппетита. Но вы сейчас можете спросить, типа, чел, а какого хрена ты записываешь с какого-то такого-то момента, с которого ты раньше не записывал? Ну, то есть ты закончил, типа, в другом месте. И записываешь, соответственно, тоже в другом месте. Типа, ты нас чё, наебать, что ли, хочешь? А я вам такое отвечу, что нет, пацаны. Я никого не наебываю и наебывать не собирался. Просто, когда я записывал свою прошлую вот эту серию, которая должна была выйти с того места, я ее пересмотрел. Просто, понимаете, я типа иногда пересматриваю видосы, чтобы отсеивать всякий шлак. И, в принципе, более 90% всех видосов в итоге никуда не выходят, так и остаются в облачном, так сказать, хранении на моем компьютере. Но говно все равно продолжает выходить. Я просто заметил то, что в том видосе постоянно была одна и та же локация. Вот серьезно, она, блядь, мелькала просто на протяжении реально всей серии. Ну и наверняка это было бы не классно. Ну, сами подумайте, какой нахер было бы интерес в видосе, где чел какой-то бегает по коридору, находит какую-то записку, подбирает предохранитель и возвращается снова по этому же коридору в метро через, блядь, те же самые локации. Я, конечно, сейчас ничего плохого не пытаюсь сказать в сторону игры, но это как бы факт. Я просто констатирую факт о том, что я застрял в текстуре, блядь. Пиздец. Охуенно. Ну так вот. Я продолжаю есть конфетку. Поэтому я специально для вас, ради вас, все для подписчиков, просто прошел всю эту хрень. И, ну, естественно, начал уже, как так сказать, с более интересного момента, потому что все мы с вами играли в Крав Эфир и знаем все, что там дальше будет, поэтому ничего страшного, думаю, не произошло. Единственное, что мы там пропустили, это предысторию, а вернее даже историю о Саймоне, а может даже и не историю, а просто рассказ, типа о том, какой он ебанутый. В школе его преследовали какие-то галлюцинации, ему нужна была медикаментозная помощь, но в итоге он так и остался психом. Но он в это не верит и думает, что это все вокруг дебилы, а не он дебил. Но не суть. Я надеюсь, я сейчас не застряну в этой ебучей текстуре, и мы, наверное, уже, ну, не будет такая же хрень, как и в прошлом видосе, то что будет повторяться одна и та же локация. А то я сейчас пизжу, а в итоге то же самое. И как бы получается, что я реально пиздобол. Вот. Чё ещё я вам хотел сказать? Я еще вам хотел сказать, что вот недавно, вот буквально там 2-3 дня назад, когда там новость была офигенная, жаркая такая, то что компания Total Games, знаете, наверное, такой, да, закрывается, мать его, прикиньте, да? В принципе, для меня это не очень критичная новость, учитывая то, что в игры от Total Games я особо не играю, но есть одна игра, которая заставляет мое сердце биться в десятки раз чаще. Это «Волк среди нас». Это реально шикарная игра с реально офигенным сюжетом. Эта игра, ну, серьезно, вот просто меня затянула. И я просто вот взял такой в Steam, купил игру специально, чтобы поддержать как-то разработчиков, не пиратить, мать вашу, а реально взяться наконец-таки за ум и поддерживать разработчиков, которые делают классные игры. Ну вот, а в итоге оказывается, что я объебался, потому что они обанкротились и уволили больше половины своих сотрудников. И в итоге «Волк среди нас» больше не выйдет. Вот такие вот печальные новости. Как лично вам такая новость зашла? Напишите, если кто-то смотрит мои видосы, напишите об этом в комментариях. Типа, нравится ли вам такая новость, без разницы ли вам, или вы просто проходили мимо и
Только сейчас об этом узнали. Но так или иначе, мне будет интересно посчитать. Я надеюсь, я сейчас не вернулся обратно, потому что совершенно непонятные коридоры. И абсолютно я не понимаю, куда идти. Кстати, подписчик написал мне, что если несколько раз... Это мертвая кошка. Если несколько раз тыкнуть на типа мертвую кошку, то какая-то хрень выскочит. В натуре выскочила, классно. Мне прям серьезно не нравится то, что сезона, ну, нового волка среди нас не будет. И как-то это все заставляет печалиться, если честно. Потому что, ну, и это реально классная игра, и у меня были большие надежды на нее, я хотел ее тоже записывать, а сейчас, видать, придется начинать с самого начала. Ну и просто в честь, так сказать, дани почести, так же как с Крайофиром, записать и Волка среди нас для моего канала. Бля, я, по-моему, все-таки иду туда же. Вам не кажется? Куда идти-то, твою мать? Ну, серьезно. Дайте мне подсказку. Какую-нибудь вообще. Вот я сейчас побежал в этом направлении, а окажется, что надо было бежать туда, хотя там вроде вагон стоит. Ну, хрен с ним. Вагон так вагон. Вагон с говном. Говна вагон. Говнищий вагон. Музыка началась. Хотя она на этой локации по скрипту работает, так что ничего удивительного здесь не вижу. Да, все, вспомнил. Здесь убили чувака. Вот он. Убил его доктор, пошел он сюда. И где-то здесь? Да, все, отлично. Блять, давай еще переебись на этой, на этом эскалаторе. Вот здесь нужен предохранитель. Все, отлично. Ну и, в принципе, ребят, вот на этой прекрасной ноте мы с вами и закончим данную серию. Продолжим уже на той стороне. С вами был Си Джей.